Игрушка, ты потерял меня. Вот аэропорт города Братск. Наш самолет, на котором мы прилетели. Миша комментирует. Итак, вот мы за всю жизнь в самую северную точку попали. Братск. Самую дальнюю. Братск. Помню, где-то в Сибири был Братск. О, во, видно, видно немножко. Да. Вот буквы, буквы. Сначала сверху. Был Нижний, потом Смоленск. Ну, это вид из окна. Гостиница «Турист», районный энергетик города Братска. Давай прям комментируй сразу. На дороге, даже если кто-то едет, у нас вот дорога. Летает, потому что здесь вот эта дорога сама по себе, она идет на зимний, как раз по зимнику идет на север. На север. Мирный. Да, вот это Мирный, Киренск, Кодинск, там такие вот города мелкие, но они на севере. Значит, люди сидят. Водку любят. Летом без водки, да? Только огненную, огненную воду, которая крепостью не ниже 40 градусов. Особенно когда дешевая цена и хорошее качество. Это... Магазина. Вот, собственно, сам магазин перехожу. Сняли здесь у нас. А это немецкое имя, да, или как? Да, это немецкое имя, это мой дядька. У меня тоже все выплаты отзывают, кстати. Вот, это здесь у нас сняли, еще большая вывеска была окнова торговля. Да? Над окнами. Сейчас заставили нас снять, пока временно сняли. Сейчас мы немножко по-другому напишем. Тоже эти законы, указы в губерниях наших, они просто на канале. Ну, соответственно, вот положение есть, рекламу придумать более эффективное, что-то новое уже, это не проблема. Когда есть работа, когда есть товар, все это налаживается быстро. Да, есть такие люди, как Леша с Мишей. Ладно, рано пока еще. Когда есть такие, как вы, как Леша с Андреем, так лестные слова можно развернуть. А когда я к нам ключик быстрее бы нагнал, да? А? Братская ГЭС. Здесь вот даже вот здесь плавают постоянно рыбаки с очком воды. Там у нас есть. Ну, здесь, как правило, еще место такое, не приехал. Постоянно. Падает что-то? Падает, да. Ну, это все, знаешь. Самоубийство, если. Там вот, если вы заметили, приезжаем, там вечно такие ленточки, венки стоят до лета. А летом мы подошли, закрывать, вот с той стороны вот там, к этому каньону, подходим туда. И там сфотографируемся, интересно, поближе уже к этому фильму. Ух ты, какой широкий, да? Ангара.
самое. А пусть нас сфотографируют. Сколько людей здесь, да? Слишком не будет. Левый, правый берег. Слушай, там считается Братск. Да, это Братск. Братск, правый берег, Братск. А вот там Братск? А? А вот как прямо, Братск? Ну вот там Братск есть, это вот поселок Генсвязи, где мы были. Это все, это Братск, это Братск. И в центр сейчас поедем, это тоже все Братск. Это вот только три таких крупных очень, скажем, поселка этого города. А всего пять, да? Таких составных частей или шесть? Ну, составных частей, да, пять. А? Можно сказать, три таких крупные. Они там в одном, в три, сейчас в дневну. Как у вас скоро закрепленный прибыль, как объединяется там. Ну да, там. Всякие Черкизово там или что там, какие еще поселки. Там полно всего. Так же у нас просто, наверное, застроят. Если застроят, то, значит, а журчит хорошо, а глубина большая здесь? Есть. Известно, никто не мерил? Здесь я не знаю. А вот там вот небольшая, вот там, потому что иногда летом здесь вот камни видно. А, вон же камни видно. Братская ГЭС. Не знаю, я не переживаю, ну что ты? Все, мы поняли. День рождения здесь отвечать. Намек мы поняли, смотри, теперь все зависит от тебя же. Летом все, чтобы обязательно сюда приезжали. И будет день рождения. Жена, если тем более у тебя такая, на все вот так смотрит. Ну, нет. Ну, вы при камере-то осторожней. Так а ты не снимай. Трещит так хорошо электричество. У нас такие хуёвины тоже есть. Будет, конечно, по-другому называться. Сейчас они сдают буквально все это, будет сниматься вывеска. Лес, да, вот этот? Да, это лес, это очень известная здесь у нас фирма, которая работает с Японией, с Англией и там с другими странами. Вот они сейчас просто, как говорится, новые времена, новые возможности у каждого в торговле. И у них уже, видимо, так, шибко-то не идет, надо заниматься этим дотошно же. А у них лес, видимо, идет больше. Ничего, в общем-то, пока так. Можно сказать, не знаем, как с ним планировать. С палаткой, да? Да, то есть, ну, тут, в общем-то, как говорится, развивать там розничную сеть или... Я покажу, на поту дорога получается у нас. И в город, в аэропорт туда. Здесь, как бы, скажем, такая ветка очень интересная. Здесь во все места сразу. Хоть ты открыл, хоть закрыл, она. Кнопки упали, ну, ты закрыл, понял. Она все. На это, да? Красота. Я еще подумал, блин. Вот все это. Море. Море.
Только замерзну немного. Немножко, да. А так море. Вот. Ну пойдем туда, пойдем, хочешь? Хочешь, пойдем, пойдем, посмотрим. Да. Видишь, вот здесь такая сила. Видишь, мы оттуда в баньку заходим. Без гвоздей должно быть, да. Ну, крыша шифер прямо, а? Ремонтировали, но так вот без гвоздей все делают. Красота. Ну, все это тайге на берегу моря. Да. Леха, а что это там такое вот вдали за морем? Гора и что-то белое на ней. Горные лыжи там, да? Ну, может, горные лыжи? У нас есть, я покажу вам, у нас здесь есть санная трасса и горные лыжи в городе. Ага. Ой, я же, блядь, с Братска сколько этих был, санников. Санники-то, да. Ты что, с Братска, они чемпионами становились здесь. У нас санная трасса. Да, с Братска же все санники, я знаю. Давайте, я вот это... Леша! Я подойду. Купец. Байкал вот так вот, прямо-прям, да? А? Прям туда и к Байкалу придешь. Так? Ну, Байкал вон туда, там Байкал. Вон. А, туда немножко. Там так, туда. Ну, сейчас прям... Байкал? Да, достанет. Рама. Красота. Сейчас вот это сопки, переводил, туда, да. Тайга. Куда переводить камеру? Сейчас смотри вот здесь. Без бога. Или куда? Как сквозь лес.
горы, это все сопки называется, да? А вулкана нет, дальше там начинается. Нет, на Камчатке. Как? Ну, что? На сопках как раз вот на Камчатке. Не, ну здесь видишь, что. Они нет. Дымятся там что-то. Нету, нет вулкана. Ну это там, на Камчатке есть. Да. Там сопки с вулканом. Да, да, да. А здесь да, сопки да. Без вулкана. Этого магазина. Все зависит теперь от наших поставщиков.